Роблоксянчики, всем привет, с вами как всегда я, Сквирти, и добро пожаловать в Overlook Bay. Сегодня мы с вами откроем 20 алмазных капсул. Я назвал это так, это алмазные капсулы. Мы же с вами покупаем алмазные билетики и покупаем за них, соответственно, алмазные капсулы. Очень интересно, что же из них выпадет. Не будем тянуть никого ни за что. Начинаем, ребят. Итак, а где тут, собственно, я? А где тут, собственно, я? А я вон! Вон я сижу, смотрите, ребятки. Если вы хотите поучаствовать в съемках, так же, как все эти дорогие мои друзья-подписчики, то просто фоловьте меня в Роблоксе и присоединяйтесь, когда я в игре. Я частенько открываю доступ для всех, вот чтобы все вот так же могли в кучу собраться и попрыгать радостно, да, что они попали в видосик. Поэтому фоловьте меня везде, в инстаграмчике, в Роблоксе, в Дискорде, везде. Заходите, фоловьте, коннектись со мной, потому что я очень коннектный чувак. Я всегда с вами общаюсь, я всегда выхожу с вами на связь, я всегда вам отвечаю, стараюсь, по крайней мере, да, всегда отвечать. Мы сейчас бежим с вами в домик питомчиков и будем покупать там 20 алмазных билетиков. Чтоб вы знали, да, 20 алмазных билетиков — это 1200 гемов за один билетик. 1200 гемов, то есть у нас получается, сейчас мы посчитаем, я с математикой не очень хорош, поэтому мы сейчас просто добавим 20 штучек и 20 коробочек мы с вами откроем, не коробочек, а капсул. У нас получается 24 тысячи гемов я потрачу, ребята, 24 тысячи. Все, покупаю, оба, минус 24к, ребята, минус 24к, господи Иисусе, я так долго это копил, так долго. Смотрите, у меня на данный момент есть 16 из 23 питомчиков, 16, то есть у меня сейчас, давайте посмотрим, кого нет. У меня нет, значит, вот из ультрарарок кого-то нет, фиолетовеньких нету, 3 штучки. И вообще легендарок, смотрите, сколько нет легендарок. У меня легендарка только одна из 4, и один из 2 гудли, то есть божественное, да, создание. Только одна из 2. Ну чё, поехали, давайте закупимся с вами. А давайте, наверное, знаете, а давайте сначала 10 мы с вами закупимся по одной штучке, а потом еще 10 мы купим сразу с копом и прям 10 киданем с вами в конце. Как вам идея? Это будет весело и интересно. Давайте, все, покупаем. Засовываем наш билетик. Засунули билетик. И вот наш кружочек, смотрите. Все, он у меня в руках. Ребята, вы готовы? Ребятки, вы готовы? А вы на премьере, вы готовы, ребята? Готовы? Вы хотите, чтобы я открыл этот шарик? А? Вы хотите? А? Делаю вид, что я читаю чат, как будто у меня настоящий стрим. Кстати, если хотите стрим, пишите в комментах. Хотите ли вы стрим на 100 тысяч? Мне интересно, делать ли стрим на 100 тысяч? 100 тысяч не за горами, ребятки. Ну чё, поехали, кидаем. Кстати, я никогда не кидал в прыжке. Давайте попробуем кинуть в прыжке. Ну-ка. Кинули в прыжке, смотрим. Смотрим, кто нам оттуда вылупится. Кто нам оттуда вылупится, ребята? И это... Это легендарочка, ребята! Это легендарочка, это олень! Олень-легендарка, но у меня такая есть уже! Это не новый олень, у меня такой уже есть, смотрите! У меня уже три таких оленя, я не знал даже. У меня 3 таких оленя. На следующей неделе, ребята, в Overlook Bay будут какие-то блестящие питомцы. У меня есть ощущение, что эти блестящие питомцы будут работать примерно по тому же принципу, что и неоновые питомцы. Мне так кажется. Возможно. Либо это будут вообще новые какие-то питомчики здесь. Они будут падать нам из капсул, например, да? То есть мы не будем скрещивать их, а возможно будем скрещивать. Короче, неизвестно. Я вас буду, если что, держать в курсе всех-всех событий Overlook Bay. Если что, если какая-то обновочка, если я что-то узнаю, обязательно расскажу вам. Так, покупаем второй шарик наш покебол. Кстати, если кто-то из вас, а играет достаточно много уже в Overlook Bay, на самом деле, если кто-то из вас знает точное название этого шарика, потому что он называется 100% не Overlook Bay. Хэштег Overlook Bay. Оговорочка, да, по Фрейду. Он называется точно не покебол. Это 100%. Он называется не покебол. Он называется как-то по-другому. И как-то раз Ханни, на самом деле, говорил в видосе в своем, как этот шарик называется. Я забыл, ребята. Я честно вам признаюсь, я забыл. Пингвинчик,
Пингвинчик? Это пингвин? Да, ребятки, это пингвин. А пингвиненок у нас кто? Давайте посмотрим, какой у нас пингвиненок. Он у нас ультрарарочка. Обычная ультрарарочка, ничего страшного, ничего страшного. Я очень надеюсь, что все-таки сегодня, открыв 20 шариков, мне выпадут все гудли. Я надеюсь, мне выпадут все гудли. Окей, значит, мы с вами открываем уже третий шарик. Хани говорил, а я забыл. И сейчас я забыл, про что я говорил. Ладно, забили. Продолжаем смотреть, что нам выпадет сейчас из этого покебола. Я очень надеюсь, что это будет гудли. Нет, это лама. Это лама. Это лама. А, я говорил так. Я говорил вам про то, что если вы знаете, как называются эти покеболы, обязательно напишите мне в комментах. Я хочу их правильно называть, потому что это не покеболы. Это не алмазные кружки, как я их называю. Это как-то называется. Какие-то поды. Какие-то, что-то там под. Какой-то питомец под или что-то такое. Или пет под. Так, это у нас... А, за ребятками не видно, ребятушки. Отойдите чуть-чуть. Это у нас... А, это у нас енот. Енот-полоскун. Кстати говоря, по поводу енотов-полоскунов, их можно заводить дома, да? Их можно заводить дома, но это такие милашные, прекрасные создания, но они дичайше опасные. Они дичайше опасные. Не в том смысле, что они вас сожрут или еще что-то, они вам разорвут и уничтожат весь дом. Это вам 100% говорю, потому что так как я задумываюсь, да, домашним животным, каком-нибудь очень хорошим, помимо моего прекрасного геккончика, у меня есть дома... Геккон, эублифар. Если кого-то, у кого-то из вас есть, напишите обязательно в комментариях, как зовут вашего эублифара. Это такая ящерица, такой динозавр, который живет в террариуме, да? Это ящерица. Ящерица очень красивая, живет очень много лет, классная. Но хочется чего-нибудь нормального. Хочется кошку или хочется вот, например, енотика, да? Но когда я прочитал и узнал все про енотов, оказалось, что это трэш, ребята. Еноты очень классные, они такие милые, они такие милые на видео, но когда они у вас появляются... Ну, о! У меня такой нету или есть? Это у нас какой? Это у нас леопард, а леопард у нас какой? Подождите, ребятушки, это ультрарарка. И это у меня... Это у меня первый леопард, ребята! Это у меня первый леопард! Поздравьте меня. Поздравьте меня, пожалуйста. Первый леопард. Прекрасно. Это у меня теперь получается 17 из 23. 17 из 20... Да, 17 из 23, ребята. Мне осталось найти 2 ультрарарки и 4... А, нет, 2 ультрарарки, 3 леги и 1 гудли. Ребятки, я очень надеюсь. Сколько у меня осталось? Я уже 6 шариков открыл, ребята. Я уже открыл 6 шариков. Так, следующий шарик давай падай ко мне в руку. Тык. Отлично. Он у меня в руке. Кидаем в прыжке. Хать! Итак, смотрим, что же мне выпадет. Что же мне выпадет, ребятушки? Что мне не выпадет? Опять леопард. Это же леопард мне сейчас упал? Подождите, не пойму. Нет, ребята, мне упал не леопард. Мне упал юникорн. Мне упал юникорн. Мне упала единорожка, ребята. Это самый офигенный питомец, как мне кажется. Здесь это самый офигенный питомец. Это же гуд, погоди, это легендарный? Легендарный? Это легендарный. А что там еще за гудли есть? Подождите, это что такое? Я думал, это вот эта единорожка, гудли. Так, мне осталось 2 легендарки и 1 гудли. 2 легендарки и 1 гудли. Осталось нам с вами открыть еще 3. Просто вот так, вот в таком обычном режиме мы с вами откроем еще 3 шарика. А последние 10 мы с вами кинем подряд и посмотрим на эту кучу взрывающихся покеболов, как я их называю, покеболов. Так, смотрим, внимательно смотрим, что же мне сейчас выпадет. Дорогие мои друзья, это лисичка. Ничего обычного, ничего, точнее, необычного, ничего обычного. Хэштег, ничего обычного, оговорочка по Фрейду у нас. Так, вставили следующий билетик, смотрим, как эти кусачки кидают мне новый круглый шарик. Окей, кидаем следующий шарик. Ребятки, я думаю записать следующую серию, как я буду обустраивать свой начальный маленький домик. Я его хочу обустроить уже, наконец-то, мне выпал пингвиненок обычный. Ну, ладненько, ничего страшного. Пингвиненок и пингвиненок. Я хочу обустроить свой маленький этот дом начальный. Я уже построил там сад, но это все я вам покажу уже в следующей серии, ребятки.
я построил сад, то есть там я уже посадил деревья, и там, по-моему, 7 или 8 деревьев плодоносных, понимаете? Вот те деревья, которые вы... за которыми вы бегаете сейчас в Overlook Bay, чтобы собрать с них яблоки там или манго или еще что-то. Вот это все у меня растет около дома. Подождите. Это у нас элефант. Это элефант, это у нас слоник. Слоник, ну, по-моему, он у меня есть. Или это первый? Нет, 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 слоник у меня уже есть, ничего страшного. Так, сколько мне осталось? Все, я сейчас массово покупаю алмазные покеболы. Назовем их прямо, покеболы. 10 штучек сейчас куплю и сразу откроем 10 штучек. Так вот, ребятки, если вы хотите, уже скажу я сегодня наконец или нет, скажу я уже наконец эту фразу сегодня или нет, если вы хотите посмотреть, как я обустроил свой дом в Overlook Bay, свой начальный дом, там одна маленькая комнатушка и одна маленькая ванная, обязательно пишите хэштег «Хотим ремонт». Хотим ремонт, хотим ремонт. И тогда я, конечно же, запишу следующую серию про ремонт своего дома в Overlook Bay, про начальный свой дом в Overlook Bay. Либо, если таких комментариев будет слишком мало, я могу записать, как я открываю, например, 50 вот таких вот, или 50 вот таких вот штучек, да, тоже этих покеболов. Если вам, конечно же, интересно. Вообще, пишите свои идеи для видосов по Overlook Bay, что вам вообще интересно про Overlook Bay. Потому что я почти все уже знаю, да, про Overlook Bay. Почти что все. Чуть меньше, чем создатели, да, прямо скажем. Так, все, мы с вами купили 10 шариков, ребятки. Сейчас будем открывать. Вот они, 10 диамон-пот. Они называются элементарно диамон-пот. Все. Но вы все равно можете написать, конечно, в комментариях диамон-пот. Сквирти, ты что, ты адекватный вообще? Они называются диамон-понт. Понт. Диамон-понт. Так, все, кидаем. Оба! Первый пошел. Смотрим, что выпадает из первого. Кошечка. Это Гудли. Это Гудли, кошечка. Окей, открываем следующий сразу же. Второй. Сразу берем следующий, третий. Так, что мне выпадает из него? Что мне выпадает из него, ребятки? Лисичка, окей, кидаем сразу следующий. Хоба! Что мне из него выпадет? Что? Ну, Гудли, пожалуйста. Опять лиса, да вы что, угорать? Или подождите, нет. У меня было 18 же. Да, все нормально, у меня было 18. Окей, открываем следующий. Сквирти божественный. Спасибо большое, девчонки. Мне так приятно, когда вы меня называете богом. Когда вы меня называете божественным. Божеством. Королем. Как вы меня еще называете? Ну, по-всякому. Вот мне так это все приятно. А я вас, как всегда, не знаю, как назвать. Ну, роблоксяне. Вы мои роблоксяне. Как вас еще назвать? Роблоксяне. Что еще? Ну, да, я вот бог. Что мне теперь делать? Как мне вас называть? Пишите свои предложения в комментариях, как мне вас называть, кроме как роблоксяне. Мне кажется, роблоксяне — это что-то тоже на уровне божеств. Как вы думаете? Мне кажется, роблоксяне — это тоже какие-то типа архангелы бога. Я не знаю. Ну, что-то типа этого. Потому что если я бог, да, если я божество, ничего новенького пока не выпадает. Если я божество... Я на полном серьезе сейчас обсуждаю это. Так вот, значит, роблоксяне — это типа архангелы, тоже такие божественные существа. Мне кажется, это вполне логично. Вполне логично, как вы думаете? Так, что мне там выпало? Да опять, господи, ну и, да, давайте, все, у меня осталось всего 3 пода. Ребятки, пишите хэштег Гудли. Я очень хочу, чтобы сейчас мне выпал хотя бы последний Гудли. Ну ладно, хоть тот же, но хотя бы последний Гудли. Выпади мне, пожалуйста, Гудли, пожалуйста, выпади. Пишите хэштег Гудли. Выпади, пожалуйста, выпади. А? Ребят, я не вижу за вами, что там? Пингвин обычный. Пингвин обыкновенный, ультрарарный. Окей, смотрим, что нам выпадет в этот раз. Кек! Кидаем. Что же там? Что же там? Предпоследний. Лиса, да ладно, как мне еще 5 найти? Такого быть не может. Последний, ребята, последний Diamond Pot, последний, ребята. Итак, ребятки, я попросил свою подписоту, чтобы они все массово начали прыгать. Таким образом, я надеюсь, мы как-то взломаем игру, и нам выпадет сейчас какой-нибудь Гудли, пожалуйста! Падай, что-нибудь. Пингвин, ну ё-моё. Не сработал наш чит-код, ребята, не сработали наши прыжки. Но я надеюсь, ребятки, которые поучаствовали в видео, я доставил вам большой радости. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.